Заполярные ценители кинематографа долго ждали этой премьеры. Новость о съемках в селе Куземень художественной картины «Велга» по мотивам одноименного рассказа Ивана Бунина появилась еще 3 года назад. Воплотить образ главной героини и показать ее сильный характер удалось дочери Сергея Бодрова-младшего Ольге Бодровой. Сейчас актриса ждет ребенка, поэтому на премьеру в Мурманск приехать не смогла. Я, например, в ней «Велги» не видел в начале, но когда мы приехали в Куземень и когда начались съемки, вот с третьего съемочного дня я не мог оторвать глаз. То есть это была «Велга». Это была «Велга», и все, что ей сопутствовало, вся эта история, ее вот первой любви, да, это вот как-то все опять-таки, все сложилось. Камера мото. Мотор идет? Камера. «Велга» – история девушки из маленькой деревни, трагическая любовь и предательство. Особую атмосферу киноленте придают заполярные пейзажи, белое море, старинное село, песчаный пляж. По словам режиссера Анастасии Нечаевой, природа Кольского севера создает идеальные декорации для бунинского символизма. Мне так хотелось снимать на севере, потому что вот моя семья севера, что я просто увезла всех вот в деревню Куземень. Вот когда мы все каждое утро ехали, садились в такие большие военные машины, сделанные специально для нас, и все ехали целый час. Вот, да, вот это чудесные деревни в песках Куземени. Поэтому Куземень играет огромную роль в фильме. Велка. Мурманск стал 3-м городом, где авторы представили свою работу на суд зрителей. Предпремьерные показы уже прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Для режиссера Анастасии Нечаевой фильм «Велга» стал дебютом в мире кино. На различных кинофестивалях его уже успели отметить большим количеством наград. Александр Пескова, Борис Савельев, ТВ 21+.